Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Казуку Фэмили, и мы уже заканчиваем Фрэндбоу. Это уже у нас финальная серия, так что присаживайтесь поудобнее, ставьте чаёчек, кофеёчек, приглашайте друзей, не забывайте про колокольчик, и всем приятного просмотра, завершающая история в этот раз Фрэндбоу. Так что всем приятного просмотра, а мы погнали! Мой кукольный домик. Ах, как много прекрасных воспоминаний. Кровать мистера Полночи. Почти слышу, как он мурлычет. Это я нарисовала, это котик и я. Так. Кукла очень любит читать, я знаю, потому что я сама ее научила. И ветер взвел магическую пыльцу. Ой, привет. Что ты делаешь в моей кровати? Ты болеешь? Твоей кровати? Это моя кровать. Нет, я не болею. Но ты прикована, ты собака. Погоди, я тебя знаю. Я не собака, и да, я прикована. Ты можешь меня освободить? Ничего себе, ты это я. Ты в самом деле я. Думаешь, тогда это значит, что мне удалось попасть в ультрареальность? Ты уже встречалась с Эдвардом? Он постоянно об этом говорит. Да, мы встретились, но я не видела его с момента крушения. Вы потерпели крушение, значит, ты разбилась? Я не разбилась, почему ты так говоришь? Подумай, единственный способ попасть в ультрареальность – это разбить глаза и уши, прорваться сквозь физическое ограничение. Звучит ужасно, думаешь, я умерла? Не совсем. Они сказали мне, что смерть – это только психическое состояние. Кто они? Существа, которые мы можем видеть, черно-белые. Ты знаешь, почему мы их видим? Да, однажды человек по имени Леон пришел в гости и все мне рассказал. О, тогда расскажи мне, почему мы видим все это. Давай сначала откроем твои наручники, а потом сможем поговорить. Хорошая идея, мне также нужно найти мистер Полоч. Думаю, он в опасности. Тетя Грейс винит его в смерти наших родителей. Кто такой мистер Полоч? Что? Это наш котик, ты не знаешь, наш лучший друг. У меня нет кота, кажется, вот в чем различие. В любом случае, давай освободим тебя, так вышло, что я собираю ключи. Я скоро вернусь. Так, мы играем за вторую копию Френда. Так. Рисунок с Эдвардом. Кукла. Ключи. Окей. Так, освободить другую френд. Так, какой ключ? Большое спасибо, у тебя в самом деле много ключей. Да, у тебя нет. Ой, Фрэнд, пока не забыла. Палантрат сказал, что если мы встретимся, я должна передать тебе. Это поможет тебе что-то открыть. Ага. Палантрат, ты тоже его знаешь, ух ты, спасибо. Да, он также сказал, что ты должна быть готова к тому, с чем столкнешься. Что, готова к чему? Скажи мне. Ох, нет, я не могу, она идет тихо. Пошли, Брайан. Ты должна увидеться с доктором. Нет, не уходи, малышка Френ. Нам нужно о многом поговорить. Это медсестра плохая-преплохая. Это она наврала газетам обо мне. Так или иначе, я должна найти монстра. Я уверена, что он забрал мистера Полночь. Но никто не сможет забрать у меня котика. Никто. Так. Окей, значит, заглядываем в шкаф, да? Так, а что у нас в шкафу? Сестры. Нифига себе, у нее получается искусственный котик. Трэш. Шары. Нифига себе. Шары. Так, подожди, а тут вообще ничего больше нельзя подобрать, да?
заправленный портфель. Окей. Так, подожди, на вешалке розовая. Чё это там? Пуговица? Подожди, а пуговицу срезать можно так? Ну да. Так. Прищепку с клавишами. Где там прищепка с клавишами? Так. Дом куклы, это что получается? А где прищепка с клавишами? Карты. А, вот. Так, достаем прищепку с клавишами. Окей. Так. Вместе с этими, что ли? Ключ спрятан, блять, подожди. Ключ от чего-то. Так. Внизу кто-то есть? Да, я кто-нибудь. Подожди. Вы видели черного кота? Нет, я не видел, но я вижу черную штуку, которая меня ест. Ест вас, думаю, это Камала. Вы в порядке? Не совсем, я нехорошо себя чувствую, мне грустно. Может, я смогу вам помочь? Я уже избавился от Камала. Правда, звучит многообещающе. Я хотел бы снова стать счастливым. Посмотрим, что я могу сделать, не волнуйтесь. Да. Окей. Назад, значит. Назад так назад. Так. Нажимаем два раза левое ухо. Раз, два, нажимаем один раз правое ухо, два, нажимаем дважды глаз, раз, два, нажимаем один раз левое ухо, мастер. Так, и что за инструкция? Мабука, Мабука, проснись, мать Мабука. Это все надо собрать, да? Нифига себе, прикол. Так, изучить кота. А, стоп, подожди. Опа-на. Замочная скважина.
форме головы кота. Подожди. Нифига себе, дверь открылась. Прикол. Ага. Ключ не подходит. Интересно. Слишком. Подожди. Правильный ключ. Очень интересно. И что за нами кто-то наблюдает? Прям поворот не туда. Опля. Не думаю, что это уместно, мисс. Мне нужен этот ключ. Скажите своему другу, чтобы он открыл свой рот. Он не откроет, никогда не открывает, кроме того, его зубы укреплены. Будет сложно достать ключ, не побеспокоив его. Посмотрим. А кто вы, если не секрет? Я Фрэнк. Приятно познакомиться, я Роберто. Добро пожаловать в логово Мабуки. Кто это? Ты не знаешь, что такое Мабука? Не знаешь? Уходи, уходи, уходи. Но Роберто, сэр, я здесь впервые. Кто такая Мабука? Мабука — мать тьмы, самой темной тьмы, мрака, конца света. Мабука — мать тех существ из пятой реальности. И в пятой реальности, я думала, Ремор здесь король. Ремор — жуткая чернота, сын тьмы. Никто его особо не любит, ты должна уйти. Я сказал, достаточно. Я скоро вернусь, я должна забрать ключ у вашего друга. Да. Так. Купающийся мальчик. А, все ясно. Стук моего сердца. Оно может внезапно остановиться, и это будет концом. Я не хочу вас, мне нужно только мыло. Мыло, у тебя проблемы с гигиеной? Да, ужасные проблемы. Такое чувство, что моя плоть гниет. Но это звучит вкусно, я не думаю, что это проблема. Для тебя, может быть, просто дай мне мыло. Ну ладно, бери оно твое. Берегись, похитители, они любят детей, которые пахнут мылом. Они едят их тела и оставляют себе голову с красивыми детскими лицами. Как ужасно, я буду осторожна, спасибо за мыло. Да. Четвертую комнату? Серьезно? 104. Что там в этом плаще? В домике? Пароль мы не знаем от телефона. Шляпа Идварда.
Интересно. Че за трошачок? Нарушитель, лазучик, почему ты не зашла, не представившись? Я окула глаз извне в зримую красоту. Ой, извини, какой ты большой, должно быть, ты хорошо видишь. Я вижу все и даже больше. Ты видишь моего кота? Твоего кота, разве такое возможно, что ты владелец кота? Ты королевских кровей? Нет, я не владелец, но мы в дружеских отношениях. Как мило, и да, я видела кота сегодня ранее. Он молил о помощи себя в клетке. Носитель клетки вошел в подземелье Мабуки. Он все еще там, в клетке. Можешь описать кота, которого ты видела? Большие желтые глаза, розовый нос, его шерсть очень темная, как глубокая ночь. Это мой друг Мистер Полночь, я должна найти его. Но Мабука спит, и в пробуждении может обернуться кошмаром. Я ее не боюсь. Что ж, бери в моем доме все, что захочешь. Ты храбрая, я очень уважаю храбрость. Спасибо, я Френ, еще увидимся. Ясно, понятно. Да. Рабочая лампочка, часы, будильник. Ага. Ладно, хорошо. Чё, по выключателю? Подожди. А чё за бутылка-то? Бутылка. Ну окей. Что будет? Арка, подожди. Стоп, подожди, может я зайду? Горячие лампочки. Чё, можно этими что ли снять? Подожди, а чем тогда? Вопрос. А, это выключатель, подожди. Все, я понял. Так, лампочку мы взяли. Комнату 105. Лады. Да, плоскогубцы. Окей. Какую дверь ты откроешь? Так. Кран. Какой кран? А, подожди. Так, шары наполнить, что ли? Подожди, шары-то шары.
А, наполняем бутылку. А где бутылка? Подожди. Так, окей. Все, я понял. Все, я понял, для чего это мы все сделали. Да. Оригинально. Ну чё, блядь, лови. Подожди-ка. Блядь. Больше не чувствую грусть, спасибо. Не беспокойся, я рада, что вы чувствуете себя хорошо. Позволь мне кое-что дать тебе. Ветка. Вот часть меня, ты можешь посадить ее, если захочешь. Спасибо, мне нужно идти, я должна найти своего кота. Надеюсь, ты его найдешь, увидимся. Окей. Так, открываем комнату 102. 102. Почему? А, нет, подожди. Так, каким ключом 102? Вот этим? Опа-на! Каша Черо. Веревку на шее кота. Будильник. По хвосту кота. Бля, перчатка. Так. Крышку на спине кота, серьезно? И чё? Портфель. Это портфель? Портфель. Лампочку, будильник. Лампочку. Будильник. В смысле? Бутыл. Не понял, будильник же. Так. Бутылку с водой. Кусок мыла, перчатку. Кусок мыла. Перчатку. Черный шнур и клавиша пианино. Черный шнур и клавиша. А, это он сделал? Ну да. Да, это потрясающие часы готовы. Так. Кто? Расческа. Мне очень нужен ключ.
Но я не говорю с незнакомцами. Вам не нужно говорить, просто позвольте взять ключ. Я и не разговариваю с незнакомцами, я их не слушаю. Какое разочарование, у меня есть вопрос, вы застряли, я крепко привязан к нему, почему ты спрашиваешь? Не просто любопытно, да? А не расческа это. Для волос, разве это не здорово? Не знаю, расческа, что это? Да. Она сделает ваши волосы очень красивыми и мягкими, я не знаю, это опасно? Это очень приятно, если расчесывать плавно. Давай попробуем. Хорошо, только обещайте, что не сожжете меня, ладно? Я могу обжечь только если я в опасности. Будь нежной, и ничего плохого не случится. Хорошо. Ха. Сработало. Что со мной происходит? Я такого не испытывала. Вы люцифер, те люциферы, которые сначала делали так. Правда? Что ж, большое тебе спасибо. Я чувствую, что мне нужно улетать. Бум-бум-бум-бум-бум. Так. Где инвентарь? Веткой надо забрать. Ну, добирайся. Фантастика, блин. 103. Так, 103. Последняя дверь. Трешак. Так. С деревом. Извините, но я еще не нужно пробудить Мабуку. Я тебя мать Мабука, высокомерное дитя. И как ты собираешься ее пробудить? С сумасшедшим идеей Когвин, да? Когвин хороший, он не сумасшедший. Ох, так ты его знаешь, полагаю, ты была в Виверсте. Ужасное место, позволю тебе сказать, слишком ослепляющее. Что ж, именно туда я и отправляюсь, после того, как найду своего кота. Твоему крошечному так там самое место вместе со всеми этими скучными существами. Я ухожу в злое дерево, мой котик ждет меня. С каким деревом говорить? С этим что ли? Мабука видит о тебе сон. Шлифует зубы от твоего черепа, твои слезы полные страха. Она ухмыляется, походу кровь из твоих глаз радует ее душу. Так, подожди, а что дальше делать? Часы? Серьезно? Берегись, Мабуки! Пробужденная тьма восстала из неведомого. Ой, простите вам, мать Мабука, но мне нужна помощь. Мне кто-нибудь скажет, кто это существо, очень наглое для такого тельца. Прошу прощения, но я могу ответить сама. Я Фрэнк Боу, человеческая девочка. Мне 11 лет, и я очень храбрая. Человек логове Мабуки? Забавно. Кто привел тебя сюда? Это Ремор. Кажется, он ваш сын, не так ли? Мой сын уже проник в твою голову? Вы имеете в виду, вскрывал ли он мою голову? Не думаю. Ты пила или ела красноватое зелье или бобы? Твои таблетки похожи на красные бобы, да. Тогда я не могу применять к тебе насилие. Сила была выпущена. Надеюсь, внизу ты найдешь то, что ищешь. Спасибо, но что за сила? Можете мне рассказать? Сила внутри тебя, разве ты не знаешь? Ты избран пятью реальностями, чтобы стать хранителем ключа. Пять реальностей были созданы параллельно со временем. Что? О чем вы говорите? Хранитель ключа? Кто вам это сказал? Давным-давно великие волоки из Праймив поведали нам все. Сын тьмы будет охотиться за хранителем, который вкусил красное семя. Ты слишком молода, должна сказать, слишком, чтобы стать хранителем ключа. Есть тебе что-то, с тобой происходило что-нибудь мрачное? Я думаю, что Ремор убил моих родителей, представьте, как я чувствую. Я и есть чувство, Фрэнк Боу, я все зловещее, что ты можешь представить. Я питаюсь слезами и горем, отчаянием и страхом.
Почему вас не волнует, что Ремор убил моих родителей? Я думал, вы хорошие. Мне любопытно узнать причину, если тебе станет легче. Теперь я понимаю, это есть причина, которой ты ищешь правду. Вперед, хранитель ключа, будь храбрый, я открою тебе свое сердце. Бывает. По устройству. Так. Окей. Так, вниз, так вниз. Окей. Так. Чё? Заперто. Так. В зале ожидания? Серьезно? Интересно, сколько мне еще ждать? Несколько часов, может, дней. Я жду уже неделю. Сколько ждут остальные? Я жду целый месяц. Но у меня номер два. Должна быть скоро моя очередь. Я жду 3,5 недели. Совершенно безнадежно. Простите, есть ли способ все ускорить? Да, стать доктором. Это бы все ускорило. И помогло бы всем. Тогда почему бы вам не самим не стать докторами? Я не могу, потому что я болен. Я не могу, мой глаз слеп. Я сломан рог, понимаешь, я не могу стать, я должен быть пациентом. Я тоже не могу, я потерял способность пугать себя перед зеркалом. Но я вообще не больна, прошу, позвольте мне пройти. Я не могу, я даже не знаю, какая у меня болезнь, вот почему я здесь. Как вы можете не знать, у вас что-то болит? Это очень трудный вопрос, сделай его мягче. Как я могу сделать вопрос мягче, это очень странно. А, ты пробовала вытащить свои глаза, иногда помогает. Тьфу, хватит, с вами невозможно говорить разумно. Конечно, ты не можешь нас понять, ты не та, кто видит все. Ты не знаешь нас только несколько минут, этого времени недостаточно, чтобы все понять. О, это так, но было бы неплохо использовать некий здравый смысл. Здравый смысл может такого, что не может не... Что здравый смысл может такого, что не может не заурядный? Но он помогает лучше понять друг друга. В любом случае, мы хорошо друг друга понимаем. Тогда кто видит все? Вы имеете в виду Мабуку? Нет, Мабука все знает, это не то же самое, что видеть. А теперь я хочу подождать, потому что разговор не сделает ожидания короче. Ладно, спасибо и на этом. Так. Козла. Мой рог не отрастет, и скоро я буду зол. Свой талон на козле? Серьезно? Это как? Талонами, у меня номер 7. У меня номер 2, скоро моя очередь. В смысле, ну? Поставить диагноз? Номер 2. Так, подожди, а что тогда делать? 104. Подожди, это номер 106. Блять. 106. А, в комнату 104. Где 104? А, она же все видит, точно. Так.
своего друга кота. Я все еще вижу его в клетке. Так, подожди, а как у него спросить? Я все еще вижу. Блять, и чё? Плачем во флакон. Какой флакон, блять? Чё-то я ни хрена не понял. Какой флакон? Какой там еще флакон плакать? Ё-моё. Никакого. Блин. Ну а подсказки тут при чем? Не пойму я ни хрена. А, она с котиком, ну да. А этот рисунок покажут? Нифига не покажут. Так. А где мы профукали флакон? Тут ни хрена. Тут мы сделали эту машину. Это дерево. Очень странно. Блять, подожди. А если талон показать, может он обратит внимание? Ясно, понятно. Но у пацана тоже ничего нету по факту. Чё, 105? Телефон. Ну, телефон тоже ничего не даст. Ты взяла моё мыло, почему у тебя проблем? Понятно. Розу нельзя подобрать ни хрена, да? Один из тысячи какой-то. Леон. Черные тени. Яркое мирное существо. Mm-hmm.
Ясно. Ладненько. Так, а что ж нам делать-то? Вопрос. Давайте в 105. Ой, в 103, по-моему. Спица, ты заколола и всех своих маленьких друзей. Что, Спица, та мертвая медсестра из клиники Освальда? Разве я выгляжу мертвой, маленькое чудовище? Не могла бы ты взять номер и сиди, жди своей очереди, сучка. Ну, мисс, мне не нужна, я просто хочу найти своего котика. Возьми номер и жди, я не стану повторять. Ожидание веселым было, ну ладно. Так. Рок. Может объединить? Нифига. Не получается. У меня номер 2. Стоп, подожди, может с ним можно обменяться? Можно ли поменяться? У меня номер 7. Я должен узнать, больно ли мне, нужно узнать свою болезнь. Что если я выясню, какая у вас болезнь? Тогда бы отдали свой талон? Конечно, если я буду все еще здесь, когда ты вернешься. Так. А теперь, походу, узнать... не туда. В той стороне. Да. Мне нужна ваша помощь. Конечно, что я могу для тебя сделать? А можете сказать, каким заболеванием страдает существо с номером 2? Он в зале ожидания. Я вижу, насколько это вовсе не болезнь, это лишь головная боль, вызванная низким уровнем агонии. Ему можно как-то помочь? Да, выплакай все слезы, что можешь, в его бутылку, но не забывай, они должны быть вызваны неподдельной печалью. У меня довольно проблемный период в жизни. Я думал, что все наладится, когда мы с котиком вернемся домой. Но сейчас все так запутано, тетя Грейс полностью обезумела. Разговор с ней был ужасен, я действительно доверяла ей. Я не знаю, что теперь делать, мамука сказала, что я была избрана для чего-то, но она снова уснула и не отвечает на мои вопросы. Мне нужен мой котик. Объятия котика – самое большое утешение в моей жизни. Я хочу найти, чтобы мы смогли вернуться в Эверсту и быть счастливыми.
Ага. Прекрасная боль, такая глубокая. Бутылка полная слез, отдай ее существу, у которого есть твой талон. Ступай, время никого не ждет. Я пойду. До свидания. Это мы в курсе, подожди. Выпейте это, вам полегчает. О, ты пытаешься меня отравить, как мило, давай посмотрим. Темный эликсир, который я когда-либо пробовал. Дай мне еще. Оставьте меня в покое, вы обещали отдать свой талон, если я помогу. Ладно, держи. Окей. Твои слезы восхитительны на вкус. Номер 2. Отлично. Так. Номер 2. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти тебя. Назначено. Вы мне сказали номер и ждать. Мы не помогаем больным без предварительной записи. Но я не больная, я потеряла своего котика. Потеряла котика, не волнуйся, это естественная реакция на твою болезнь. Хотя тебя повезло, многие вместо этого сходят с ума. Да не повезло, но как мне попасть на прием? Позвони мне, вот моя визитка. Почему я не могу записаться? Было бы глупо, потому что теперь я жду твоего звонка. Я пойду позвоню. Зашибись. Теперь нужно звонить. Так, подожди, Здравствуйте, вы сказали мне позвонить, чтобы записаться. Это Фрэнк Боу, ага, я свободна. Нет, да, у меня есть пару глаз, правда, окей. Увидимся через минуту, окей, спасибо, пока, да, пока. И что дальше? Окей. Пациент номер 2, у тебя назначено? Да, у меня назначено на сейчас. О, да, ты записана. Доктор осмотрит, просто пойди в правую дверь. Спасибо. Пошли. Эй. И чё? Ты довольно бледный. Да, какой ужас, ты похожа на здорового человека. Спасибо, а теперь если не возражаешь, у меня назначен прием. Да, я не возражаю, это не мое дело. Ха. Охереть, ты еще не решила покончить с собой, разве... С тебя не хватит всей этой боли. Ты ремонт? У меня не было возможности представиться. К сожалению, меня нельзя видеть в третьей реальности.
и Аримор жуткая чернота. Знаю, кто ты, не делай вид, будто ничего не произошло. Ты убил моих родителей, где мой кот, что ты сделал с доктором Дирном? И я наслаждаюсь страданиями, что текут из твоих глаз, я питаюсь ими. Ты проявление моих желаний, я могу использовать тебя для чего всего захочу. Ты под моей властью. Это неправда, больше нет, я больше не позволю себя обманывать. Скажи мне, почему ты убил моих родителей? Ты полагаешь, что это я сделал такую ужасную вещь? Я видел тебя за окном в ту ночь, должно быть, это сделал ты. Ты слишком доверяешь своим глазам. Разве ты не знала, что людские рецепторы слабы? Твое тело хрупко, его легко повредить. Почему скрины не делаются? Я этого не делала, прекрати, пожалуйста. О чем мы выйти-то не можем? Кто убил твоих родителей? Глупая маленькая тварь должна помучиться и умереть, прежде чем стать звездой. И? Я не убивала своих родителей, этот монстр хочет меня обмануть. Здесь все вокруг сумасшедшее, я должна найти котика и уйти. Так сваливай. Снова закрыто. Котик, я рядом, ты в порядке? Котик, ответь мне, что с тобой? Мяу, мяу, мяу. Почему ты не говоришь со мной полночь? Пожалуйста, не поступай так со мной. Поговори со мной полночь. Это все из-за места, ты должен выбраться отсюда, чтобы поговорить со мной. Я отнесу тебя в верстку, мой дорогой. Монтрас нам поможет. Я обещаю, что нас больше ничего не разлучит. Мяу. Ой, котик, я скоро вернусь, я должна помочь доктору Дирну. Кажется, он в беде. Да. Чё? Серьезно? И все? Думаю, я не буду его трогать. Два. Ну, электрический ток. Три. Ха. Интересно. Так, подожди. То есть получается... Серьезно? Уже финал? Ладно. То есть уже получается финалочка, да? То есть вот настолько все вышло короткое, да? Ну ладно, давайте вколем. Может, это разбудит? Ну? Проклятие, что это было? Доктор Дин, это я. А, я не очень хорошо вижу. Рэнбоу, сэр из клиники Освальда, мы были на кладбище. Френд, что произошло? Почему я привязан к стулу? Что ты сделала? Я пытаюсь вам помочь. Большой монстр притащил вас сюда. Мы должны идти. Хватит, Френд. Монстр, они в состоянии играть в игры. Это был вовсе не монстр. Просто позвольте мне вам помочь. Чё за... Что она здесь делает? Я думал, что ты ее приковала. Это так. Я говорила, что ее трудно смирить. Мне избавиться от нее? Избавиться от меня? Почему ты так говоришь? Кто этот пердун? Какая прелесть. Ты говоришь прямо как твоя мама, когда ты была маленькой. Моя мама? Вы ее знали? Кто вы? Я доктор Освальд Гаррисон. Я все о тебе знаю, Фрэнд. Освальд из клиники Освальда? Да, Фрэнд, тот самый пердун. Откуда вы знаете мою маму и тетю? Много лет назад я изучал потрясающую сложность братьев и сестер-близнецов.
Люси и Грейс были частью моего исследования. Обе помогали мне найти ключ к успеху. Ключ? Вы знали, что моя мама с папой были убиты? Конечно, Ремор очень помог нам. Мы были нужны ему так же, как он был нужен нам. Его сила манипуляции необычна. Но я не понимаю, почему ты так спокойно к этому относишься. В конце концов, это ты держала нож. Я... Кто такой Ремор? Почему он находится за мной? Скажите. Ремор — проявление твоей слабости. Ослепленное мощное проявление твоих страхов. Но почему монстр убил моих родителей? Потому что твои родители вмешивались в мою работу. На самом деле я оказал тебе услугу, ты страдала. А боль связана с ростом и силой Френ. Освальд, пожалуйста, давай сделаем то, что должны. Тетя Грейс, не будь такой злой, мы же семья. Отпустите нас, мы с котиком сможем найти себе место, не побеспокоив вас. Хорошо, отпустите нас. Да, ты права, Френ. Мне жаль, что я была так жестока к тебе. Пойдем. Что-то это подозрительно. Чё? Послушай меня. Ты должна знать, доктор Освальд желает тебе только самого лучшего. Когда Люсия была беременна тобой, он знал, что ты будешь особенной. Он велел нам позаботиться о тебе, но твоя мама нас предала. Она хотела спрятать тебя от нас. Она думала, что мы хотим тебя убить, но это не так. Освальд действительно желает тебе самого лучшего. Но для этого ты должна позволить ему провести на себе небольшой эксперимент. Зашибись. И тогда все будет окей? Конечно, нам нужно позаботиться еще о кое-чем. Маленький предатель должен сгинуть. Нет, котик. Да. Ну же, Френ, прекрати ныть, кот мертв. Но он был моим другом, ты убила моего лучшего друга. Ты также помогла убить моих родителей, не так ли? Помогла? Как ты можешь с этим жить? Я ненавижу тебя. Ненавижу. Прекрати, Френ, на помощь. Помогите. Прошу, помогите. Не смей трогать Грейс, маленькое чудовище. Зашибись. Боже мой, она совершенно обезумела. Принеси ее ко мне, я проведу эксперимент, пока она еще теплая. Мне нужно немедленно извлечь мозг. Мозг? Френ, ты в порядке? Что вы с ней сделали? Она пыталась меня убить, вы были правы насчет Френ, доктор Дин, она была больна. Но у нее идет кровь, позвольте мне позаботиться. Нет, ты этого не сделаешь, она моя. Я много лет ждал этого момента. Искал правильного ребенка, правильный мозг. Теперь, когда она у меня, ничто меня не остановит. Ох, Френ, все будет хорошо. Кто ты? Я Итвар, то о ком рассказывают многие дети. Но вы не человек. Экто бро, экто проты, паландрас монокалист. Ворвская Итвард, я нашел его. Боже мой, отойдите от девочки, оставьте ее в покое. Крошку Френ нужно излечить. Думаешь, мы сможем использовать то же тело? Да, она еще не совсем ушла, сейчас. О, мать Мабуки, ты забрала невинность ребенка. Френ теперь и мертва, и жива. Очнись в темноте, Френ, и ты сможешь пройти к свету.
Ай, что произошло, Эйтвард? Палантрас, мое сердце болит. Мистер Полночь, как? Ты жив, мой котик? Я так по тебе скучала, прошу, скажи что-нибудь. Френ, мы должны идти. Идти? Хорошо. Доктор Дин, смотрите, это Эйтвард и Палантрас. Я рассказывала вам о них, помните? Я говорила, что они настоящие, видите? Теперь вы мне верите? Чё? Он не слышит тебя, думаю, сейчас он под властью Мабуки. Нам нужно уходить. Немедленно. Но он может пойти с нами, прошу, он был очень добр. Он очень хотел помочь и защитить. Мы не можем взять его с собой, прости. Но мы можем заставить его поверить, что это был лишь сон. Он проснется и подумает, что ничего не произошло. Но он не вспомнит тебя, Фред. Понимаю, что ж, думаю, ничего страшного, пока он в безопасности. Это очень мило, наконец ты видишь дальше собственных желаний. Ты обрела единение. Твои родители гордились бы тобой. Вы действительно так думаете? Ах, спасибо, Палантрас. А теперь давай отправим доктора Дирна домой. Марсель Дирн о анум векма суденсла экто. Прощайте, доктор Дирн. Пойдем, Френ, ты должна еще столько увидеть и узнать. Звучит весело. Пойдем, котик. Я все еще много не знаю. Но одно я знаю точно. Между чувством вины и страхом я выбираю счастье. Вот такая вот игруля, мистер Мазафак игруля. Ну, в принципе, такая. Такая же тоже необычная игрушка, как Sally Face, но... Тут немного смазанный получается этот сюжет. От этого хуже, конечно, не становится. Специальное спасибо всяким там Мартинам, Александрам, Паблам и так далее. Ну, в принципе, я и ожидал, что финал будет короткий, в принципе, но что тут поделать, все-таки последний эпизод. Вот. Получается, значит... Ну да. Странный финал игры. Это точно. Что получается странный финал игры. Что, долго там еще титры будут? Спасибо, что... Играли во Фрэнбол. Пятнадцатый год.
знать, как тут. Вот. Короче. Дело к ночи. Что я хочу сказать об игре? В принципе, неплохо, необычно. Конечно, финал немножко скомкан, но все равно в течение всего вот этого было интересно играть. Сделали такой хэппи-энд в плане того, что она улетела к этим всем, чувачкам, к Палантрасу. Вот. Но я, в принципе, получил удовольствие от игры. Я очень давно в нее не играл. Вот. Я планирую еще одну игру, в принципе, захватить, кроме, другого проекта. Но там могут возникнуть определенные сложности, трудности и так далее. Но игрушка очень интересная. И не хотел бы я, конечно, чтобы пропустил ее на канале и не показал вам. Вот. Чё? А, с этого же момента, да? Понял. Ну, в общем, в любом случае, ребятушки, спасибо, что смотрели. Вот мы прошли, получается, Friendbow. Вот. А всем до новых интересных игрушек и грулек. Спасибо, что смотрите, пытаетесь поддерживать канал и можете поддерживать донатиком, если хотите. Кому не сложно, кому не лень. Вот. Ну а всем до новых встреч. Спасибо, что смотрели. Мы очень стараемся и ценим новых подписчиков и зрителей Kazoku Family. Ну а всем до новых встреч. Всем удачи. Всем до скорого. Всем пока-пока.